Сегодня я предлагаю вспомнить знаменитых людей, которые умерли молодыми с 23 по 25 апреля. 23 апреля 2015 года не стало актера Сойера Свитена, хорошо известного миллионам людей по фильмам «Все любят Реймонда» и «Зажигай со Стивенсами». Ему было 19 лет. До своего 20-го дня рождения актер не дожил меньше месяца. Сойер Свитен свел счеты с жизнью. 25 апреля 2014 года из жизни ушел актер Павел Карманов, снявшийся в 7-м и 8-м сезонах популярного сериала «Улицы разбитых фонарей». Ему было 20 лет. Причиной смерти актера стал сердечный приступ. 25 апреля 2016 года этот мир покинул актер Андрей Копытов. В его фильмографии более 10 ролей в кино. Многие помнят этого актера по лентам «Светофор», «Граница времени» и «Отдел». Андрею Копытову было 46 лет. 25 апреля 2011 года свой земной путь завершила актриса Александра Лисютина. Она снялась в комедии «Бриллиантовая рука», исполнив роль дочери Горбункова. Актрисе было 47 лет. Причиной смерти Александры Лисютиной стало падение с 8-го этажа. 25 апреля 2013 года умер актер Павел Шершов. В его фильмографии чуть меньше 10 работ в кино. Актера можно увидеть в проектах «Светофор», «Мент в законе 7», «Кодекс чести 6» и в других фильмах. Павлу Шершову было 37 лет. Светлая память всем людям, которые преждевременно покинули наш мир.